легко будет жить. Да, нам полегче будет жить от бабушки, тоже правильно бабушки говорят. Легче стало жить пенсионерам микрорайона Мостовая после открытия в правом крыле Дома культуры пункта здоровья. Прошлый медпункт еще несколько лет назад из-за аварийной ситуации в здании аннулировали, а новый так и не построили. Жителям Мостовой приходилось ехать в городскую поликлинику. 5 километров пути, чтобы просто измерить давление. Первую поликлинику надо было. Иногда вот и заболит, и не пойдешь, потому что там еще больше народу просидишь, времени потеряешь, как говорится. Врачи тоже обслуживают долго, потому что надо каждого выслушать, каждого это. Пациентов много везде. А теперь быстро и без очереди. Даже если народ есть, женщины рады. Все свои, с родного поселка. С понедельника и по пятницу здесь принимает терапевт. Медработник проводит первичный осмотр и назначает соответствующие физиотерапевтические процедуры. Вообще подружились с девочками, так будем называть их. Они сейчас девочки стали после лечения. Летают прямо они у нас, не ходят, танцевать, а летают. Учим. И танцевать. Мы танцевали. Собираемся, беседуем. Ой, в дальнейшем будем производить чаепитие, различные мероприятия, вязание, игры, например. Пункт здоровья появился благодаря активной позиции ТОС «Мостовая Слобода» и отзывчивости регионального отделения Российского Красного Креста. В дальнейшем, конечно же, все это будет расширяться. Постепенно, потихонечку. Сейчас у нас уже пошел запрос от жителей с такой проблемой. Они к нам обратились, что очень сложно записаться к узким специалистам. Мы ведем переговоры с одной из медицинских клиник. Будет возможность местным жителям, участникам нашего пункта здоровья, бесплатно проходить узких специалистов. В ближайшее время подобные пункты здоровья также откроются в поселке Красный Гуляй и еще в 6 селах Ульяновского района. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.